Тюменцы сегодня учили спасать жизни. В одном из торговых центров города врачи поделились с горожанами навыками первой медицинской помощи пострадавшим. В частности, рассказали и показали, как проводить реанимацию, помочь человеку с открытым переломом или сильным кровотечением. К слову, обучение на курсах по оказанию первой помощи на станции скорой прошли уже больше 2500 тюменцев. Все зависит от желания, потому что, в принципе, навыки и приемы, они несложные. Ими может овладеть любой желающий, то есть любой человек, начиная от ребенка и заканчивая людьми самого пожилого возраста. Здесь важно знать как. Записаться на бесплатные курсы по оказанию первой медпомощи можно по телефону, который вы видите на экране.